Нами выявлен также еще один факт коррупционного правонарушения в отношении бывшего заместителя председателя комитета по распоряжению муниципальной собственности земельными ресурсами Балаковского муниципального района Лаврентьева. В частности, прокуратура города в адрес главы администрации муниципального района направлено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. И, кроме того, направлена информация в адрес правительства Саратовской области для инициирования процедуры контроля за расходами данного чиновника. Смысл правонарушения был в том, что при изучении справок о доходах об имуществе обязательств имущественного характера было установлено, что получая за 2 года доход менее 2 миллионов рублей, данным чиновником было приобретено имущество, в частности коттедж площадью более 360 квадратных метров и земельный участок площадью 1140 квадратных метров за 200 тысяч рублей. При этом был установлен факт явного занижения цены с целью скрыть незаконно полученные доходы, поскольку при проведении мониторинга было установлено, что стоимость данного объекта, а именно жилого дома, составляет 6,5 миллионов рублей. В связи с этим данные меры нами были приняты.